Добрый вечер. 9 дней назад вернулся из Киева, где мой партнер в пятом поколении, партнер по бизнесу Николай Михеенко, задал мне такой вопрос в здании администрации ЦИК на площади Лесі Українки или проспект Лесі Українки 1, где проходило у нас подведение итогов года. Он задал мне такой вопрос: действительно, там как бы вы снимаете деньги с пластиковой карточки? Я говорю: да, конечно, только приехал в Киев, вот вышел на ЖД вокзале и снял деньги, ну то есть уже местную валюту украинскую с банкомата на ЖД вокзале, поехал уже спокойно в гостиницу, там оплатил номер и так далее. И как бы он попросил меня записать для него специально это видео, как я снимаю деньги с этой карточки. И вот сейчас мы, сейчас 3 часа ночи в Тюмени, подъехал к банку ВТБ 24, там есть круглосуточный банкомат. Честно, даже не знаю, есть ли там значок Visa Plus или нет, но знаю то, что Рома Лаевский снимал деньги в ВТБ, видел я это по роликам, я тоже пойду и попробую снять именно в этом банкомате. Ну все, выходим и идем. Записи не было. Вот такая вот карточка NXPay присылается каждому партнеру от компании после старта в бизнесе. Ну, попробуем. Visa Plus нигде не написано. Никак не снимай. Максимальная выдача 7500. Нажимаем получение налички. Текущий. Вроде деньги пошли. Так, 7500. Квитанция. Сейчас второй раз будем снимать. Там, я думаю, 32 или 33, посмотрим, сколько всего.
сенсорные экраны у этих банкоматов. Так, 7500, 7500, это 15, 15, 30, попробую еще 3000 снять. Карточку убираем, деньги достаем. Вот, собственно, 5 квитанций. Сколько тут у нас? Не вижу, я тут вообще не пишет сумму. А вот 7500, 3000, 7500, 7500, 7500, 7500. А вот они, заработанные денежки. Нормальные, настоящие, живые русские рубли. Я знаю, что ребята уже некоторые в неделю по 70 тысяч получают. Так что есть чему стремиться. Удачи вам.